Давным-давно, когда мне было 5 лет, старая казачка мне сказала, что вот ты раскатываешь тесто, и у тебя есть кружочек, это любовь. Ты сделала дырку, да, и квадрат туда не пролезет, потому что это кружочек. А квадрат – это плохо, это зло. Ты делаешь квадрат, и туда кружочек не может пролезть. Поэтому, и вернее так, в квадрат кружочек всегда пролезет. Вот, и я сделала для себя вывод, что все, что в жизни идет по кругу, все, все пройдет, и добро, и плохое, и хорошее, все пройдет, и время всему лечит. Просто все в этой жизни построено вот так, а не по квадрату. А раз Вселенная задумана доброй, значит, все отрицательное в нашей жизни мы делаем рукотворно, к сожалению.